сейчас бы на море, кукурузку вареную бы, песочек, камушки, чайки, а не вот это вот все на плитке. А интересно, наши ростовчане собираются в отпуск на море? В армию, скорее всего, поеду быстрее. Если Путин деньги даст, поеду. А мы не отправляемся в отпуск. Потому что такая ситуация, запрещающая отправляться в отпуск. Но мне кажется, что пока рано, пускай это все сядет. Только на дачу. Не хотим, да, не хотим болеть, хотим быть здоровыми. Ну, Сочи, скорее всего. Откуда вы деньги взяли? Накопили? Кредит? Мы студенты. У родителей. Поскольку сейчас закрыта граница, то, наверное, наше море Сочи, там, Адлер. Вы денежку накопили уже на отпуск? Ну, пока еще отложено есть. Значит, не работаю, но отложено еще есть. Если поеду, то очень быстро, дня на три, на море, и все. Накопили только на три дня? Еще и не накопила, с отпускных. Мы с мужем не поедем, потому что мы пенсионеры. Ну, собственно говоря, хотелось бы, конечно, больше пенсию, но, к сожалению, нет. Пенсия не позволяет? Да, пенсия не позволяет. Да, вот ездить куда-то далеко, если мы вдвоем живем. Слава Богу, что дети сами себя обеспечивают и нам немножко помогают, слава Богу. А так, конечно, вот если мы вдвоем остались, две пенсии трудно. А собираетесь? Нет, не с родителями, не собираемся. Да. Зарабатываем все, устраиваемся на подработки всякие. То есть самоизоляцию вы работали для того, чтобы поехать сейчас на море, правильно? Mm-hmm. Ну нет, самоизоляцию нет, а сейчас уже потихоньку начинается. Да, ну это будет же не сейчас, это будет через там месяц-полтора. Вот, и думаю, когда уже все более-менее устаканится, если, конечно, второй волны не будет. Собираюсь мысленно, но конкретно не знаю, как в общем, нам что принесет наша вселенная. От чего зависит ваш отпуск? Ну, если будет все хорошо, не будет коронавируса, как нам говорят, что будет вторая волна, то, конечно же, поеду. Я работаю. У меня уже 5 лет нет отпуска. Как вы так работаете? А у меня несколько работ. Я озвучиваю игры, книги, и поэтому в театре отпуск, а у меня нет. Ага. Вот, поэтому у меня нет Но отпуска. Но на морюшко же хочется, нет? Нет. Зачем, если вот велика наша земля и обильна, едь куда хочешь, Ростовское, Таганрогское море, зачем? Как-то свинья грязи найдет. И дешевле, да? Ну, вообще, да.